Это тестовое видео, которое длительностью должно составлять порядка 3 минут. Почему 3? Потому что с 15 октября 2024 года компания Shorts сообщила 2 недели назад, что после 15 длительность короткого видео будет составлять порядка 3 минут. Поэтому я буду снимать 3 минуты эти розы, для того, чтобы потом выложу его как шортс, для того, чтобы мы смогли посмотреть, будет ли оно шортсом 3-минутным или не будет. Вот. Колючки такие вот мы видим. Вот. Тут у нас есть и белый вариант роз. Вы же их видите. Можно понюхать. Но, к сожалению, компания Google еще не научилась передавать запахи. Хотя это было бы довольно забавно, как вы считаете? Да, согласен с вами, что передача запахов с помощью камеры было бы уникальным явлением в мультимедийном мире. Вполне возможно, что когда-то это произойдет. Из имеющихся у меня данных был такой интересный разработчик Баранов в бывшее время Советского Союза, который как раз работал с красками, которые должны были передавать запахи. К сожалению, этот человек уже ушел в мир иной, но он известен еще тем, что умудрился подделывать так называемые 25-рублевые купюры Советского Союза. Причем качество этих купюр было настолько высокое, что и смогли его выявить только по тому признаку, что Ленин был изображен моложе, чем на оригинальных банкнотах. Фамилия этого изобретателя Баранов. На Википедии есть о нем официальная информация. Кому будет интересно, смотрите. А я на этом прерываю запись. У нас уже прошло 2,5 минуты. Будем сейчас тестировать.